Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Хочу поменять жизнь, измениться, уйти от парня. Что делать, с чего лучше начать? Ну, начать, наверное, лучше с признания того факта, что вы сейчас переживаете определенный кризис. И этот кризис, он, в общем-то, болезненен и неприятен. Вы переживаете то, что то, какая вы были, не соответствует тому, какая вы есть на самом деле. И вы чувствуете это противоречие, борьбу и болезненность, значит, и прочие сопутствующие неприятные переживания. Для начала необходимо их прожить. Разочарование, злость, может быть, собственное отвержение. Отвержение себя, я имею в виду. Вот. А дальше уже появится возможность. Да, поплакать может быть, потому что вот прежнего себя, который вы были, можно оплакать, вот, для того, чтобы освободить место для новой вас, вот. Поэтому самое лучшее, что вы можете сделать, это пойти на психотерапию, вот, и вместе с психологом, да, начать увлекательные действия, на предмет изучения себя. Вы говорите, я хочу поменять жизнь, да? Это, на мой взгляд, очень неопределенно, очень общее, вот. Равно как и измениться, и равно как уйти от парня. Почему? Дело в том, что здесь, в этих высказываниях ваших, чувствуется, в первую очередь, ну, знаете, вот такая, я бы сказал, злость. То есть, вот. Что-то мне не нравится, да, что-то меня не устраивает, хочу от этого уйти. Ну, понимаете, когда люди просто уходят от чего-то, не понимая при этом, к чему они идут, вот. И это большая проблема, на мой взгляд. Потому что есть очень большой риск того, что вы снова столкнетесь с чем-то таким же, что вам не нравится, вот, что вам не по душе, и в общем и целом здесь важно не столько уход от чего-то и феноменологические перемены, сколько исследование себя и научение не избегать неловкости от переживания чего-то нового в своей такой, знаете, парадигмам, вот. Вот я бы, наверное, как-то так сформулировал бы эту ситуацию. Потому что сейчас как-то вот желая
измениться, да? На мой взгляд, вы пытаетесь просто уйти от того, что прямо сейчас в вашей жизни присутствует, при этом не очень, как мне кажется, понимая, чего вы хотите. Вот. И, в общем-то, из этого я могу вас заверить, что хорошего из этого ничего не получится. Вот. Потому что это все-таки такая вот, ну, знаете как, неосознанность в данном случае. А хотелось бы, совершенно очевидно, хотелось бы, чтобы вы были более осознанными, да? И вот как раз для этого, для того, чтобы вы были более осознанными, и имеет смысл провести вот как раз всю ту работу, да, которую вот я, собственно, предлагаю сделать, предлагаю провести. Вот как-то так, как-то так, и вот какой-то такой ответ я вам сейчас могу предложить. Я также думаю, что на пути к такому отважному решению, которое вы для себя выбрали, вот, на пути к этому решению есть некие такие, давайте скажем прямо, препятствия. И эти препятствия тоже нужно увидеть. Ни в коем случае их не игнорирую. Вот. Потому что препятствия не должны, на мой взгляд, быть чем-то негативным. Ага, препятствия, ну, предполагают, естественно, на мой взгляд, наличие у вас потребностей. Вот. Которые вполне возможно будут как-то страдать, да, если вы начнете от них отказываться. Вот. То есть, если вы вот пойдете, да, в сторону этих препятствий, вот, то вот вам будет, ну, не очень хорошо. Очевидно. Поэтому вот наша задача заключается в том, чтобы максимально помочь вам как-то вот
адаптироваться, да, в этой непростой для себя ситуации, вот, и опять же по возможности, да, не травмироваться, не травмироваться еще больше. Потому что такая вот вероятность, что вы, ну, травмируетесь еще больше, она тоже присутствует, к сожалению. Вот. Поэтому наша задача, вот она в том и заключается, чтобы вы не травмировались. Вот, на этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно, я надеюсь, что вам это было полезно. Всего самого доброго, удачи. Обращайтесь, буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу.